Полное погружение в Рождество завершилось у молодежного центра «Мир». Здесь прошел концерт, на котором выступили не только местные творческие коллективы, но и зарядила энергией московская музыкальная группа «Губерния». Солист группы Алексей Петрухин исполнил несколько каверов и песни из личного репертуара. Подпевали даже самые маленькие истринцы. А вот вместо долгожданного салюта – огненное зрелище в исполнении коллектива из подмосковного Дмитрова. Замечательно, необычно, красиво. Ребенку очень понравилось. Конечно, конечно. Не каждый день видишь в нашем городе такие вещи, выступления. Нам очень понравилось. Весело было, задорно. Особенно фаер-шоу вообще. Здорово, нет слов. А не обидно, что салют заменили на него? В какой-то степени нет. Даже вот ради разнообразия очень даже интересно, здорово было. И детям вот интересно было. Не смотрели с большим удовольствием. Такого поворота истринцы не ожидали, но, кажется, не особо расстроились. Иногда нужно менять стереотипы и уходить от привычного. Алена Кудырко, Максим Барышев, Истры РФ.